Побед я прилег отдохнуть и заснул. На улице ветер сильный такой. А мы только приехали собрал дюрсо. А я собрался монтировать ролики, там снял кое-что. И вот немножко задремал. Пойду гляну, что там у меня тут. О, а тут тоже кто-то задремал. Кто-то тут задремал. Марселочек, вам тоже спится на ветер, да? Ну что, пойдем? Марселочек, пойдем со мной. Будем кино монтировать. Я же вам расскажу, как мы были в обратном... О, Мира, и ты пришла. Ой, да все подтягиваются прям. Расскажу вам, как мы были с Викторией в Абрау-Дюрсо. Что мы там видели. Садитесь, слушайте. Давайте, и я. Вот. Вот так вот. Вам буду рассказывать. В общем, были мы там. Все видели. На лодочке катались. Видели озеро Абрау-Дюрсо. Марсенчик, Марсенчик. Нехорошо спиной сидеть, красавчик, вот, повернись, молодец. Вот, и там видели всякое, и самое главное, там был, знаете, у нас обед и ужин. Как только сказал обед и ужин, они тут же побежали на кухню. В общем, я продолжаю монтировать видео. Вот елка такая-то, детям на Новый год наряжает такую елочку. А детишек прямо в чан окунают и, ну, так вот, как бы, их приучает с детства к шампанскому. Ну, а что, если ты не приученный, ты с утра и не будешь пить шампанское. А приучат и будешь. Красиво, да? Красиво? Да, на Новый год бы такое. Нам в саду такое можно сделать. Ну а что, пособирать бутылочки всех, что у нас дома есть. Может быть, не такую вот, а вот такую вот и сделаем. Так я не пойму, связь. Столовая и вот эта елка, это что? Все, что выпили в столовой и сделали елку, что ли, получается. Здесь все подставки, все сделано из таких вот раскладушек. Это знаете, для чего раскладушка? Вот сюда вставляется вино. Они здесь везде, эти раскладушки. Ну и такие вот клумбы, видите? В общем, все здесь из винища. Выпил винище. Представляете, сколько туристов здесь прошло? И сделал клумбочку, елочку сложил. А мы что, на Новый год выпьем? Одну бутылку шампанского, ну две, и все. Это ж сколько лет надо, чтобы вот такую елку сложить. А? Вот он, видите, еще орден Октябрьской революции, СССР, СССР. А вон еще какой-то СССР, вообще знак почета. Вот она, Абрау-Дюрсо. Вот, видите, издалека, а это ворота, а там вон шампанские. Надо, конечно, жирок растрясти. Вот они, какие емкости с нержавейки. Маша, тут на завтрак шведский стол, и, блин, можно обожраться просто. Завтра. Осеннее меню. Как титры. Слышишь, как титры в этом кино. Смотришь. И уже и дальше неохота смотреть. Здесь что-то. А, здесь такое меню, конечно.
Это счастье, выбирай нам. Хвостики озерных раков. Запеченные в домашнем. Ага, стоит. Мясо рапана. Какие-то. В общем, тут это какая-то поэзия. Ой, томатный суп, я думал, черепаха вроде. Видно, можно, видно, палочками. Ой, блин. Свежий. Из озера Браво. Какая-то поэзия. Земляне. Для чего я это показываю? Ну, для кого ты? Томатный суп с мидией. А? Томатный суп с мидией. Томатный суп с мидией? Да подожди, я же показываю. Земляне. Кто-то может это каждый день есть. Я, например, не избалован на еде. О, все, меню заканчивается. Да, мне, пожалуйста, биск из мяса рака. И мясо краба с яйцом пошло. Ну, в общем, дальше. А я еще пока не определился. Давайте грушу красную. Ой, солнышко, как уже осеннее. Прям так хорошо. А я кепку не взял. А тут свадьба, а мы заказали обед, оказывается, здесь надо ждать целый час, а чтобы час не ждать, пойдем. Прошвырнемся, посмотрим, что здесь, вон она свадьба. Видимо, это здесь местная достопримечательность, бассейн, и приезжает. У нас с самолетом приезжает, а здесь в бассейне. Далеко не уходить. Ну, как бы так вот. А мы куда попремся? Показала, куда. Вот идем мимо винзавода. Это, видите, он все из бутылок сделано. Но мы сейчас подойдем. Пойдем, я покажу, что это все сделано вот на Брау. Вот такие решетки, а вон они бутылки, видите? Вот она. Такая знаменитая надпись. И все это. У меня руки заняты, видите? Мы набрали, гляньте. А ну покажи. Ты что там набрала? О, а это что за маленькие бутылочки? Это что? Это подарки. Подарки? Ты говорила, нас дачу дали. Да. Это они что дарят? Короче, вон они. Сдачи не было, пришлось мне набирать. Сдачи, земляне, сдачи не было. Они дают сдачу винищем. Ой, ну что, прикольно. Ну, в общем, вот такой вот, видите, вот, Абрау, Дюрсо. Вот такие решетки деревянные. Вот это все 0,7 бутылочки. Мы идем. А это вот экскурсия, уже видите. Вот, это они уже с дегустацией идут. Видишь, все улыбаются. Все улыбаются. Это экскурсия. Знаете, как, откуда они? Ну, земляне тоже. А мы вот с пакетами, видите, набрали вот на Новый год. Вина, шампанского. Ну, главное, Виктории на сдачу дали две маленькие бутылочки винца. Ну, я, конечно, не заходил в магазин, я с пакетами стоял. Но, как бы вот, ну, как бы вам сказать. Ну, на сдачу дали вина, короче. Ну, вы меня поняли. Все, она нас не слышит. Выключали видео. А что они таким строем идут, блядь? Они еще, наверное, до дегустации. После дегустации ты видел, чтобы так ходили? Ты смотри, как солдаты идут на винзавод. Экскурсию. Это экскурсии на дегустацию. Видишь, как они, блядь? А с дегустации уже не так идут. Ты помнишь, как мы шли с дегустацией? Вспомни. Я бежал. Ты бежал? Я видел, как идут с дегустацией. Ну что, идем. Короче, мы набрали на Новый год. Природу показываешь. Ну, тоже ж интересно.
набрали шампанского, бокалов красивых набрали. Вот здесь мы вчера в ресторане сидели, французской кухни ресторан. Ну, идем, короче, к себе в отель. Разврат продолжается. Это у нас обед. У тебя что там? Покажи, чего я сейчас тоже. Мясо краба. Мясо краба? Ну, покажи, как красиво. Бараньи язычки, да. Ну, в общем, красиво, наверное, вкусно должно быть. Вкусно очень. Очень вкусно. Ну, вот. Люди тоже так отдыхают, видите? Богатый стол, накрытый фужерами. Ну, как бы. Вот они приехали попробовать шампанского. А мы? Мы снимаем одну. А мы, вот видите, что остались от баранчика, рожки, ножки. Ну, вот так. Это как называется у меня блюдо? Это томатный суп с мидией. А у тебя? У меня с раком. Да. Продолжаем разврат. Радостно то, что это не каждый день. Каждый день это пресыщение. А когда это редко, это радость. Сидим, ожидаем десерт. И вот после такого вкусного обеда мысли, думаю, жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Конечно, это не я сказал, но слова такие, выражение такое актуальное для этого момента. Помаши человечеству ручкой. Дождались десерт. А у тебя что, как называется? Груша в красном мире. Груша у меня. У тебя клафути. В общем, как? Клафути. Какой-то лафути, но самое главное, шеф-повар нам передал. Подарок бутылку шампанского. Приятно? Приятно. Может, еще деньгами дадут? Ночью. Нет, Юрия пишет отзыв. Ну, конечно, нас задобрили. Бутылка шампанского. Как не написать? Денег, правда, не было. Могли бы деньгами. Ну вот мы все съели. Вкусненько. А самое главное, я скажу, что как хорошо, что это не каждый день. Я повторюсь, просто я уже говорил, но сейчас скажу. Каждый день это будет не то. Люди подумают, что ты каждый день сильно ешь. Земля, не поверьте, я могу так каждый день есть, но я не хочу этого. Я не хочу пресыщаться, я хочу получать удовольствие от жизни. А, ну, именно в краткости, в мгновении. Туда поверну. На камин поверну. Марсенчик, Марсик, иди сюда, Марсик. Я ж Марсика одного позвал. Марсик, ну ладно. Марсюнчик, ну послушай меня. Вот я смонтировал фильм, показал там, что все-таки счастье именно в том, что не каждый день, чтобы было мороженое или колбаса. Слышишь меня, Марсюнчик, ну иди сюда. Ну отвлекись ты от мира. Вот ты представляешь, вот. Тебе каждый день мороженое, колбасу. Будешь ли ты счастливым, Марсик? Ну иди сюда, я тебя спрашиваю. А кого я спрашиваю? Господи, конечно, будешь счастливый, да. Каждый день мороженое, колбасу. Что это я не то спросил и не у того? Да, ну ладно. Как говорится, каждому свое. А люди вот испытывают именно счастье,
том, что оно мимолетно, мгновенно. А ну-ка, растяни сейчас счастье там на целый день. Да и наскучит клетка. А когда она вот как дуновение ветерка такое, раз, и все. Вот как, видите, человек идет и балансирует по канату. И в любой момент может упасть. Она рискует. Ради счастья.